Игорь, отдел утилизации. А ты Сэм Портер? Ах, да. Ты же у нас недотрога. В документах сказано, у тебя фобия. Отдел утилизации? Что у вас? Слушай, нам надо ехать. По пути объясню. Пошли. Иди сюда, глянь. Повезем его в крематорий. Давно сердце остановилось? Точное время смерти неизвестно, но я бы сказал, часов 40 назад. А как же карантин? Никак. Он покончил с собой. Боже. Повезло, что мы его нашли. Сразу заморозили, но сколько еще до некроза? И куда его теперь? А, ближайший крематорий на севере. В том районе полно тварей. А в другой никак? Не могу. Времени в обрез. Ну так сожги бедолагу прямо здесь. Ты представляешь, сколько хералия выделится? А рядом город. А до крематория можно вообще не доехать. Слушай, все получится. Нам просто нужен кто-то с думом. Ну, у него уже первая стадия некроза. Надо спешить, иначе тут все разнесет. Ну так что, ты нам поможешь? Ну тогда Бриджес заключает контракт с Сэмом Портером. Я сам. Просто сам. И я не вижу твари. Только чувствую. Ничего, мы подготовились. Бридж Бэби, да? ББ и ты – гарантия того, что мы прорвемся. Да чего ж поганое ощущение. Ну, это ведь контакт с той стороной. И мне не по себе. Погнали! Мир был другим. Америка была страной. Любой мог пойти, куда ему заблагорассудится. И курьеры были не нужны. У нас были дороги, самолеты. Ха, можно было ездить в другие страны. Теперь верится с трудом. Как видишь, выход смерти сделал из нас решето. Все нам тут расхреначил. На тех, кому посчастливилось выжить, смыло темпоральным дождем. А потом эти мрази с берега. Мир живых и мир мертвых перемешались. Вот тогда люди и попрятались по городам, а курьеров вроде тебя вознесли до небес. Он сейчас взорвется. Черт. Придется срезать через тварей. Thank you.
движок заглох. Мы тут у этих уродов как на ладони. Надо сваливать. Сэм, ты что-нибудь видишь? Нет, ничего. Сэм! Тихо, даже не дыши. Прости!
Моя леди. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. И для нас он станет последним.
ты очнулся. Но каково это, вернуться обратно в мир живых? Не бойся, я врач. Ну, коронер, изначально. Мое имя Дедмен. С мертвецами я знаком. Не как ты, конечно. Я-то, несмотря на мое имя, ни разу не умирал. Ты так лучше не делай. Я, конечно, не эксперт, но уверяю тебя, это для твоей же безопасности. Видишь? Так я под арестом. Это не наручники. Это суперустройства, которые всех нас связывают. Нас? Нас. Ага, Бриджес. Борцов за светлое будущее или за выживание, называй как угодно. Ага. Где? Сколько времени? Смотри. Попробуй прижать его к коже. Вот так. Расслабься. Это просто значит, что тело установило связь с браслетом. Смотри. Он будет держать тебя под круглосуточным наблюдением. То есть не он, а мы. Чтобы помочь. Какого? Два дня? За это время мы позволили себе взять пробы твоих жидкостей. Ты возвращенец. А это дорогого стоит. Что стало с теми ребятами? Центральный узел уничтожило в ходе взрыва. Настоящий гейм-овер. Теперь это кратер. Уцелел только ты один, по понятным причинам. И твой сломанный ББ. Ребенок жив? Подлежит ликвидации. Все равно не работает. Он бесполезен. Мы всех потеряли. Не только отдел утилизации. Мою команду, штаб, весь Вриденфорд. Всех, кто был в центральном узле. Мы с тобой сейчас в столичном узле. Или вернее, в новом штабе. Садбери был логичным выбором. Но наш отдел внедрения понес большие потери. Да и за два дня мало что можно успеть сделать. Тут полный раздрай. К счастью, директор и команда поддержки тогда были за городом. Так что руководство не пострадало. Прости, что не даю тебе передохнуть, но для тебя есть дело. Этот отпечаток остался после возвращения? А это отметина откуда? От женщины в пещере. Ясно. У тебя гаптофобия. Понятно, почему ты ходишь один. Боишься прикосновений. Я постараюсь это учесть, Сэм. К делу. Это срочная доставка. Тебе нужно будет отнести морфий президенту. Какому президенту? Америки нет. Ты говоришь про мэра центрального узла? Нет, не мэру. Америка жива, Сэм. У президента рак. В терминальной стадии. Состояние критическое, но время есть. Почему я? Послушай, сделай, как я прошу, и ты сам все поймешь. А ты сам не можешь? Видишь ли, меня здесь нет. Извини, это лишь хиролиграмма. А сейчас потекут слезы.
Реакция на передачу Хиралия. Я на самом деле сейчас в изоляторе, в большом треугольном здании. А, так, вот Морфий. Бриджес заключает контракт на доставку с Сэмом Портером. Да ладно, у вас же там есть Морфий. К чему все это, скажи правду. Правда в том, что последний президент Америки хочет тебя повидать. Неужели ты откажешься? Хорошо. Буду ждать тебя в изоляторе. Что? Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес.